Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем сегодня трешачок будем. Что за хрень прицепилась? Прилетела с Castle Clash. Будем сегодня бить боссов. Вот это вот реально харит, вот эта тема, которая каждый раз, когда вы дисконнектитесь с какого-то другого устройства, надо выбирать опять Google аккаунт. Ничего не поделаешь, пока оно на бета-тестирую. Надеюсь, они потом сделают нормальную смену и можно будет нормально играть. В общем, сегодня мы будем с вами бить боссов, которые есть в подземках. Одного я убил, так зашел, дается 5 попыток. Поехали. Вот подземочки. И вот в каждой там, и в каждой некоторых подземках, как видите, вот мы дошли пока до сюда, мы еще босса здесь не открыли, судя по всему, он должен быть вот здесь. Пройдем тогда, откроем. Дают босса. Здесь он 30 уровня, там, наверное, 45 будет. Сейчас попробуем. Ритеры, вот Чанс. Вот это такого я убил одного и вот сделал смену. Следующий Flame Lord Very Hard. Мак Голин, неинтересно, спасибо. Как раз про это снимаем. В общем, Flame Lord, вот такие вот с него плюхи. Можно получить отсюда вишки, то есть кейс, ну, который открывает кейсы, где вы можете выбить как героя, так и кучу плюх, которых я уже вам показывал. Ну и плюс расходники. Ну, в общем, поехали, попробуем его бить соло. Сейчас мы доберем и героев. Так, отлично. Так, по героям этого отсюда уберем. Вместо него мы поставим вот ее. Скади. Вот такой вот вариант у нас. Поехали, попробуем шатануть соло. Ух ты, вот так вот он смотрится. Прикольненько. Прикольненько, реально. Это совсем не то, что там было. Very hard. Ну окей, сейчас мы тебя за very hard. Ого, нифига себе. Ух ты, а ты жесткий тип. Но не для нас. Так, подхил. Так, что там? Reinforcements, I guess. Я ничего не понял. Мы все равно должны его ушатать. Так, 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 Минотаврик, бог грома. Подхил, Минотаврик. Надо его ушатать. Но это 15 уровня босс. Не знаю, чем он там прям very hard стоит. Но я думаю, для без донатов тяжеловато будет с ним воевать. Как-то изи. Так, ну что мы получили? Получили мы пропуска. Поехали дальше. Так, ща. Вот, видите, можно на него еще раз напасть. Шансы 14 было, осталось меньше, было 15 всего. Делаем free refresh. Магма Голем тоже very hard. Поехали посмотрим на него. Не пати я не хочу, я хочу соло побегать, попробовать их побить. Вот такой вот голем. Ну, тоже, в принципе. Ну, прикольненько, прикольненько. Вот насчет боссов, я считаю, это очень прикольно сделали. То, что можно в кооперативе побегать, а мы им сейчас за спину выкинем.
лучников. А, смотрите, переключился. Прикольно. Ну, как-то слабовато бусать уже. Давайте сейчас сбегаем на босса, на топового. Посмотрим, что там у нас получится. Так, опять ресурсы. И вот кей получили, видите? Вот это самое основное. А, давайте попробуем 30-го завалить. Интересно попробовать его. Посмотрим. Сможем ли мы его ушатать соло? Ну, такое критует, конечно. Это нормальный уровень, это не very hard. Так, застанили, дали подхил. Нормально идет. 3700, нифига себе. Изи. Еще один кей получили, неплохо. Давайте сейчас еще обновим, здесь попробуем. Так, вот такой вот Пюрвуд. Интересно. Карт. Ну окей, поехали, попробуем с ним. Сможем ли мы с ним справиться? Ну, то есть это можно проходить соло, можно в кооперативе, как видите. Я прохожу вроде как бы соло. Ну, я бы не сказал, что он тоже там сильно тяжелый. Так, отхил. Ну, юниты, не знаю, юниты, как по мне, здесь вообще бесполезны. Давай, врубайся, что ты стоишь? Хотя живут чуть-чуть. И чё это такое? Я его убил, и мне нифига не дали. Вот так вот. Нифига не получили. Что за подстава? Несправедливо вообще. Так, опять голем. Ну, давайте, поехали, опять попробуем. Ну, кстати, пропуска тоже неплохо. То, что здесь дают. Которые... Так, отлично, которые ускорялки, настройку, очень классная тема. Ну, этому можно сзади закидывать, как видите. Он ближний бьет, дальников он не трогает. Давайте подбегайте, чик, чик, застанили. Ого, нифига себе, подкинул волной. Прикольненько. Здесь дали победу. А что там дефит отдало, непонятно. 9.
Ну, неплохо, два ключа. Смотрите, вот здесь надо кей фармить полным ходом. Так, ну давайте еще одну Very Hard. Ну, поехали. А, следующая смена за самоцвета. Поехали. В общем, я вам скажу, выгодно боссов бить. Ну, тут уже, конечно, пожестче бьет. Юноты нафиг улетели. Да, что-то он как-то пожестче будет. Одного героя моего уже минуснули. Это не критично. Так, а друида не слейте только. Видите, на боссов надо брать массовых героев, которые смогут убивать юнитов потом. Он еще что-то там разговаривает. Дасвидос. Вот так вот. Ну, неплохо. В общем, надо... Надо фармить боссов и не париться, ребят. Прикольненько. Интересно, сколько же их можно фармить за день. Very hard. Все равно убивается как-то. Интересно, надо будет дальше пойти по подземкам сегодня попробовать. Посмотреть, что у нас получится. Изи. Ну, неплохо дают ключи. Ну-ну. А, тут всего 7 шансов. Все, я понял. Здесь 7. То есть маг много вы не нафармите их. Здесь 7. То есть 7 шансов дают. Интересно, за какой период? За сутки, наверное, скорее всего. Ладно, 7 оставим. В общем, вот так вот и того поехали. Мы должны были нафармить нормально там ключей. Сейчас зайдем в желание и посмотрим, что в итоге у нас получилось. Вот желание. Вот 7 ключей у нас есть. А надо немножко больше. Ну, то есть, таким вот образом, очень удобно получать необходимые плюхи. Ну, то есть, можно бить соло, как я, если у вас прокачанный герой, можно пати бегать.
будет быстрее. Вот так вот. Изи просто. Так, идем сюда. Ну, видите, немножко даже подкопил на апгрейды. Ну, я пока шапку качаю. Хочу до 30 уровня всех догнать. Некоторые говорят космо, но это больше, ну, в принципе, на космо похоже, но мне больше шапка, все-таки спирит мах. Так, окей, нифига себе, 150, да, дофига надо, но его надо улучшать однозначно, это одна из имп. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу этой локации, но я считаю, это реально очень круто, когда можно фармить. Не знаю, как там попытки восстанавливаются и сколько их будут давать, но реально очень прикольно. Всем удачи, всем пока.